Так. Идет инспектор. Сейчас что-то скажет. Дорожный патруль служит, там полиция услышит документы на машину. Водитель скорость времени превышает установленную скорость. Да ладно. Что это? Прям так и превысил? Прям так и превысил. Ну давайте посмотрим. Что? Давайте посмотрим. В автомобиле. В автомобиле, естественно, я посмотрю, конечно. Посмотрите. Давайте. Пройдите, посмотрите. Я идти, ну что вы, нет, давайте, несите. Показывайте, смотрим. Принести мы не сможем, там специально. Тогда до свидания. Документы на машину, водитель удостоверение. Причина остановки. Превышение установленной скорости. Покажите. В автомобиле, пожалуйста. В автомобиле посмотрю только в своем. Тему разговора понятно? Никак нет, товарищ водитель. Жалко. Причина остановки. Превышение установленной скорости. Покажите. В автомобиле. В своем с удовольствием посмотрю. Можете даже не присаживаться на нас, с улицы будет видно. Ну, конечно. Я еще когда-то ходить буду, господи. Ну, чего? Документы на машину, водительское удостоверение, товарищ водитель, пожалуйста. В обязательном порядке на посту ГАИ ДПС. Не в обязательном. За нарушение права дорожного движения имею право остановить вас в другом месте. Ну, покажите, что я нарушил-то. Скоростной режим превысил. Это все ваши слова, которым у меня лично веры нет. А вы мне можете доверить. Вы посмотрите на Давайте. Монитор, который стоит в нашем Секундочку. Автомобиле. Секундочку. Товарищ инспектор, в Луховицах я превысил скорость. Достаточно серьезно. Каюсь, был неправ. Инспектор принес мне ноутбук, показал. Все, вопросов нет. У нас нет ноутбука. Искра видео 2, там стационарный монитор, товарищ водитель. Если бы был ноутбук, я бы с великим удовольствием вам принес. Тогда я поеду. Не поленился бы. Пожалуйста, документы на машину и водительское удостоверение, товарищ водитель. Нет, я, к сожалению, не могу вам это показать, потому товарищ, что причина остановки мне непонятна. Причина остановки превышения установленной скорости в населенном пункте. Знак 5.23.1. Но это все ваши слова. Поэтому вам надо посмотреть на монитор, в котором все это отражено. Давайте я посмотрю с удовольствием. Пожалуйста, в нашем автомобиле. В своем, в своем, в своем. Нет, нет, нет. Ноутбука, к сожалению, нет. Это тогда не мои проблемы. Был бы ноутбук, не мониторы, товарищ водитель. Документы на машину и водительское удостоверение, пожалуйста. Причина остановки. Превышение установлено. Я буду спрашивать каждый раз, пока вы не покажете мне мое правонарушение. Я вам, товарищ водитель, буду отвечать. Это входит в мои обязанности. Хорошо. Разговор зашел в тупик. Пока мне не покажут мое правонарушение. Товарищ водитель, предъявите, пожалуйста, документы на автомобиль и водительское удостоверение. Причина остановки. Ваш автомобиль остановлен за превышение установленной скорости в населенном пункте. Это все ваши слова. Так точно, я вам обязан доложить причину остановки. Да, и показать. Это, пожалуйста, у нас... Я отказываюсь пройти. Я отказываюсь пройти. Искра видео 2. Ну все, понятно. Документы на машину и водительское удостоверение, пожалуйста, товарищ водитель. Причина остановки. Превышение установленной скорости в населенном пункте Трошково, Раменский район Московской области. Еще раз. Я не покажу документы, пока вы мне не покажете мое правонарушение. На мониторе, который установлен в нашем патрульном автомобиле, прибор Искра видео 2, он стационарный, поэтому... К великому моему сожалению, не могу принести сюда экран. Давайте тогда по почте вышлите мне мое правонарушение, я с удовольствием плачу. Протокол по почте мы не вышлем, потому что у нас не камера, которая установлена на столбах, которая фиксирует автоматически. Ну тогда... Тогда, товарищ, не вижу смысла. Предъявите, пожалуйста, документы. На посту ГАИ с удовольствием. Сейчас здесь не по... Сейчас здесь не пост ГАИ. Мы были остановлены за превышение установленной скорости. Я еще раз вам говорю, что... Раменский район Московской области. Ну, понятно. Давайте вы как принесете мне все это дело. Я пока подожду. Сколько у вас там? 15 минут есть на мое задержание. Потом вы оформляете протокол задержания. Будем разговаривать. Все. Поэтому документы мне надо, чтобы оформить протокол задержания. Нет, чтобы оформить протокол задержания, нужно двух понятых. Для начала. Мы, естественно, их остановим. Вот. И потом, как только все это начнется, объясните мне причину моего задержания и вперед. А сейчас, пока вы мне ничего не принесете, я отказываюсь с вами разговаривать. Все, давайте. Будем взаимно вежливы. Так точно. Ждите, товарищ водитель.
Ну, короче, инспектор ушел, весело махая палкой. Я жду 2 минуты и уезжаю. А, этот, короче, петух, короче, он сел в машину. Не буду я его ждать. Поеду я потихонечку. Ой, блядь. Господи, сколько идиотов страна понарожала, а?